вот земли вот у меня обработаны, вот начинаю, вот поры, вот подсолнуху, дальше вот здесь вот, Рассказывает о своем хозяйстве. Здесь собирают урожай. По словам фермеров, в этом году показатели должны быть хорошие. Сколько здесь идет? Ну, 14 где-то, вот так, 13. Поправился. Здесь работает современная техника, которая позволяет повышать качество собранного урожая. Фермеры рассказывают, приобретают оборудование в кредит. Сейчас сельхозтоваропроизводители выживают во многом за счет государственных дотаций. Солярка хватает? Хватает. Фермеры говорят, чувствуют поддержку власти. Чиновники, в свою очередь, уверяют, помогают тем, кто сам стремится работать и добивается хороших показателей. В этом году в районе товаропроизводители работают успешно. Во многом помогают и погодные условия. Ну, действительно, может быть, повезло, на этой территории был дождь, но сейчас мы с вами наблюдали, и в компьютере у комбайна показывает, от 14 до 16 центнеров дает ячмень. Вот как бы такой урожай. Товаропроизводители сейчас поддерживают на всех уровнях. Во многом от них зависит состояние районной инфраструктуры. Зимой фермеры помогают власти расчищать улицы и дороги. А летом уже чиновники стараются привлечь средства, чтобы компенсировать затраты на топливо. Ксения Зубина, Александр Пиченко, ТВ-центр Саратов.